90-летний юбилей накануне отметила одна из жительниц Ноябрьска, труженица тыла Евдокия Подлескова. Поздравить женщину с днем рождения приехала целая делегация. Это председатель Совета ветеранов Василий Григора и представители городской администрации. Несмотря на преклонный уже возраст, Евдокия Евдокимовна улыбается, шутит и с радостью принимает поздравления от нежданных, но при этом очень желанных гостей. Большое вам спасибо за то, что вы сделали. Тот подвиг, который вы совершили. Вы знаете, ну каждый, наверное, из нас знает свою историю семьи. Я помню сам рассказы бабушки. Поэтому мы не можем, конечно, до конца представить, через что вы прошли.